Турнир с амбициозным названием «Лига сильнейших» собрал 170 юных борцов вольного стиля из Новосибирска и соседних городов и сел. Для многих участников это первые крупные соревнования в карьере. Выступают спортсмены, которым в силу возраста еще рано бороться на первенстве области и других официальных турнирах. Подробнее о перипетиях состязаний и о том, кто победил в Лиге сильнейших, расскажет Михаил Якимов. Вот так упорно за Кубок Новосибирска по вольной борьбе состязаются самые юные спортсмены. Этот турнир также называется «Лига сильнейших». Громкое наименование для участников скорее аванс и способ дополнительной мотивации. Здесь борцы 11-13 лет. Ребята есть, а бороться им еще негде, по сути, потому что они еще не допускаются на соревнования. Вот они должны где-то свои навыки применять, соревновательно. Плюс это все как праздник мы делаем, чтобы интерес был. Ну и плюс еще из основная цель, мы уже смотрим ребят здесь, подбираем, высматриваем. Смотрят в первую очередь на 13-летних борцов. Скоро им предстоит пробиться в сборную Новосибирской области и отправиться на первенство Сибирского федерального округа. Но и в Лиге сильнейших проявить себя непросто. Турнир проходит в 4 этапа, и на каждом нужно выступить хорошо. Финальный этап приурочен ко Дню Победы. 9 мая прошло не так давно. Именно в эти даты у нас не получилось это сделать с календарем и с залом. И, естественно, мы приурочиваем это, потому что для нас это очень важно. Плюс после завершения пандемии, это сказать, можно сказать, ну, одни из первых соревнований, на которых могут присутствовать и зрители, и родители. Упорные, сложные поединки. Ребята бескомпромиссно, так сказать, проявляют свой характер, отстаивают честь своих клубов, дабы не подвести родителей, тренеров и в первую очередь себя. Две команды из Ленинского района выступили лучше всех. Победили на Кубке города по вольной борьбе воспитанники спортивного клуба «Обь». На втором месте «Заря», а на третьем – борцы из Бердска. Михаил Якимов, Михаил Дорошенко, Борис Гладких. Новости ОТС.